Самаре растет индекс качества городской среды. Областная столица вошла в группу крупнейших городов России с условно-комфортной городской средой. Лучшими практиками стала доступная среда и развитие сервисов для маломобильных групп населения. Все новые и благоустраиваемые пространства в городе оборудуются средствами для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Действует уникальный пляж для инвалидов и социальное такси. Вновь приобретаемый общественный транспорт оборудован специальными средствами для удобства маломобильных пассажиров. Пешеходные переходы оснащаются тактильной плиткой и звуковыми светофорами, пишет в своем телеграм-канале руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. До 20 сентября Департамент опеки, попечительства и соцподдержки продолжает сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре, на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются по адресу Самара, улица Некрасовская, дом 63, третий этаж, кабинет 19. Телефон для справок 332-1103, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. В Кировском районе продолжается благоустройство прилегающей территории вокруг второго корпуса детского сада номер 120. Сам детский сад был открыт в прошлом году благодаря национальному проекту «Демография». Глава Кировского района Игорь Рудаков встретился с жителями на территории домов, которые располагаются рядом с детским садом. Там в этом году проходит уже третий этап благоустройства. Привели в порядок и территорию около домов номер 188 и 190 по улице Ташкентской. Были построены тротуары, парковки. На следующий год по программе формирования комфортной городской среды планируется установка современных детских площадок, сообщает телеграм-канал Кировского района.